Итак, всем привет, с вами я, Инксер, и сегодня мы поиграем в новую игру Дудл от компании Google, вот тут про какие-то перцы. Так, давайте начнем играть. Вот тут. Какие-то эти. Да какая секунда вообще? Мороженое съел. Так, болгарский перец. Ой, 0 единиц по шкале жгучести Сковилла. А, понятно, здесь надо попасть. Ага, все. Понял, вот так. Оп. А, заморозить, наверное, громко, да? Сейчас я убавлю. Так, еще какой-то перец съел. О, видимо, халапеньо. Первый сорт перца, побывавший в космосе. Так, сейчас попадем. Оп. Ой, нет, не попал. Оп. Ой, что-то все равно никак не могу. Вот так. Ой, извините, сейчас. Так, какой-то тройной перец. Каенский перец. Назван в честь города Каенна... Ай, ну, ладно. Оп. Ой-ой-ой, блин. Оп. Так. Оп. Так, все за... Так. Ох. Так, давайте дальше еще какой-то перец. Худ Джоули, призрачный перец. Более 1 миллиона единиц по шкале. Чего-то не увидим. О, какой он. Оп. Так, попали. Оп. О, почти что в серединку. Все. Заморозили. Фига себе, он какой большой. Это похоже на томат. На помидорку. Он заплакал. Так, перец Скорпион Тринадо. Более 2 миллионов единиц по шкале жгучести. Чего-то я не успел. О-о-о. Какой? Блин, я не попал. Оп. Ой, ну вот. Ой. Ну вот. Ой. Знаете, здесь какая песня подойдет? Это вот. Лока-лока. Это, как он поет там. Индийская кухня хороша, но при этом она еще остро играет. Ведь жжет-жжет. Так вот так. Ну ладно, давайте с вами проходить. То есть, получается, если на середине попадаешь, то он целиком замораживается, если он слабый. А, одни и те же, да, перцы будут? Да, одни и те же. Халапеньо. Оп. Оп. Так, его мы тоже победили. Вот сейчас не следующий, а другой следующий, который будет как томат. Каенский перец города Каен во французской Гвиане. Оп. Оп. Все, заморозили. Так, давай следующий. Этот мы тоже прошли, да? Там вроде мы не прошли, который был на лаве. Более 1 миллиарда единиц по шкале Сковилла. Да, мы его прошли. Оп. Ну вот, не попал. Оп. Давай последний раз. Вот так. Да, все у нас получилось. Давайте, пойдем. И этот перец тоже. Все труднее и труднее. Он не платит. Отдайте. Перец Скорпион 13 больше 12 миллионов по шкале жгучести Сковилла. О, пипец. Я, в смысле, он сам кинул? Оп. А так нечестно, почему он сам-то кинул? Без меня. Он, наверное, водички попил, да? Вот я вам такой обзор игры нового Дудл показал, вот, про перец. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на канал моих друзей. Всем до свидания, всем пока.